Новые лица, добро пожаловать к нам на Первый канал, где задают тупые вопросы. Если ты готов на них ответить, то я готов их задать. Готов. Ожидания от сезона в трех словах. Надеюсь, пройдет гладко. Какую песню ты включишь на тренировке? Сложный выбор. Я меломан, слушаю много всего. Ну и что-нибудь такое вот заводящее, такое вот. Рэпчик? Ну, может быть, да, что-то. Самые неожиданные слова, которые ты слышал от своего тренера после проката? Там после проката тяжело что-то услышать сначала. Таких прям неожиданных слов, да и не было. Оценка проката, ну, рассуждение. Ничего такого я не слышал. Не было такого, что, блин, Илюха, ну сегодня просто от души. Не от Виктории Евгеньевны, а от другого тренера слышал такое. Самый известный человек, которого ты встретил за последнее время? Не отвечу. Особо не выхожу из дома. Не, ну ты мог встретить на катке вот Алину Загитову, например, Калиду. Или там... Да, я их видел уже. Как тебя описали бы друзья? Ну, я так кратко улыбчивый. Слишком много энергии во мне. Готовый всегда помочь. Вот так, наверное. Когда тебе последний раз было стыдно? Сейчас, наверное. Чуть-чуть. Какую роль в кино бы ты хотел сыграть? Желательно, где не надо выделяться и разговаривать, просто постоять, посмотреть. Мелодраме, может быть, постельная сцена? Да не-не-не. Геройский поступок? Геройский поступок, можно подумать. Что у тебя на заставке телефона? Черный экран. Последнее, что тебе написали в директ, и кто это был? Девчонка. Ну, пожелала удачи на данных соревнованиях. Ты ответил? Да. Есть ли что-то, что у тебя вообще не получается? Изучение языков. Прям тяжело. Лучший момент в межсезонье? Почти сделал 4-4. Ну, если брать и спорт. А так, немного было веселого. Ерохов блондин или Ерохов шатен? Можно не отвечать на данный вопрос. Самое яркое воспоминание, связанное со спортом? Да ЮГП выиграл. А самое неяркое? Ну, в том сезоне не поехали в Японию. В Японии очень хотел побывать. Культура нравится. А там же отменили соревнования. Ну, вот. Ну ладно, спасибо. Пусть у тебя не будет печали здесь. Спасибо. Давай, удачи на соревнованиях. Спасибо.